Гагаузия, Ден Судулцери. Мержим шной ла Миша Пейков са флем кари сент ноутетели на част саптаман. Дей шти то, Андрей, ка ной на част едиции дин интернету греешти. Ну доар сарбаторим. И кум сарбаторим? Ше ста се намерти сарбаторит? 4 ani дин интернету греешти фачим ной. Дар май авем ши о алт аниверсари де кари не спуне Миша. Норок, Миша. 4 ani дин интернету греешти ши Миша. Ок, салут, хош гелденес Инга Гаузия, 4 ani интернету греешти, ши ун ан ку Михай Пейков, ку бърбатул судулы цари, ши ку наутец Динга Гаузия. Уни ординка. Ниш нам обсерват, ка дирем дю тракут темпу. Ше еш конфирма, ко тракут плакут. Миша, на интика стреч ла штири, пе каре врей сню адуч. Спуним, ун лукру, доу, пати кяр трей, каре буни, каре ти сам întâmplat în acest an, datorită faptului că ești cu noi la internetul grăiești. Аутографила Валя Морилор. Я думаю, что все такое прекрасное, важное для меня, то, что случилось за год, это случилось благодаря тому, что в моей жизни появился интернет Угроешт, и сейчас даже когда на каких-то серьезных встречах, на каких-то программах серьезных, мне там репортер плакут, дин интернет Угроешт, салют. Плакут, а вы плакут. А дико до ночи не плакут? Ну что, deci lumea începe să te asocieze cu internetul grăiești și să te recunoască. Altceva, poate ceva acolo, niște... Nu, n-am așa. Nu a fost предложений таких каких-то. Ну, то есть, есть работа, я работаю, за это я там получаю что-то. Ok. Но не миллионер. Bun, Миша, am înțeles. Deocamdată, deocamdată, Миша. Hai, spune-ne, ce noteți vii astăzi? Год назад я, да, стал частью интернету Греешти, и если кто-то еще помнит выпуск год назад, мы начали с не с очень приятной новости. В свой самый первый раз я рассказывал о девушке, которая зарезала свою маму из Камрата. Не знаю, кто-то помнит, не помнит. Сейчас тема поднимается снова. Почему? Потому что только сейчас, спустя год, суд все-таки вынес приговор для девушки. Многие ожидали, что все-таки она сядет, но нет, ее признали невменяемой и назначили, получается, есть лечение в психиатрической больнице. Но давайте, прежде чем перейдем к тому, что произошло сейчас, вспомним, как это было год назад. Год назад, в ночь с 10 на 11 декабря, молодая девушка зарезала свою мать, как пишет ньюсмейкер, нанесла 280 ударов ножом, а затем вырезала ей сердце. То есть вот так вот. Есть небольшой сюжет, видео с прошлого года, Андрей, мы можем показать. Да, you'll let it team, да. Да, пока что напомню, что девушка вначале поссорилась со своей матерью. Из-за чего? Из-за того, что она находилась в наркотическом опьянении, под наркотиками. Не мама, мать... а девушка находилась, и мама ее поругала за это. Да, да. Угу. И мать ей грозилась то, что она ее сдаст в наркотический диспансер на лечение. Девушку это, видимо, ей не понравилось, тем более, если она находилась под наркотиками. Они начали ругаться, и в ходе ссоры девушка ее таким жестоким способом убила. После чего ночью она взяла с собой бутылку вина и пошла к молодому человеку своему, потому что ходили теории, что она это сделала со своим парнем, с другими людьми. Нет, это она сделала сама, после чего она пошла к своему парню и спокойно ему рассказала, что вот так-то, так-то она убила свою мать. Парень проходил свидетелем по этому случаю, он не, ну, то есть не выдвигались на него обвинения. Да. Если видео готово, можем показать видео. Да, ну, я уже омертал фрагменты эти пести тебе, когда ты говорил. Да. Да, сау okay. Привод, сау довочили. Мне кажется, суфициенты эти информации. Да, и апасатори эти информации. Миша, спуни мне, тирог, дечь, ла ун ан дистанца дела ачел каз са демонстрат, ка фата есть алиената ментал ша аре невое де тратамент психиатрик, мотив, пентру каре я ну поати фи пуса ла инкисуаре, корект? Да. Стоит отметить, что ходили, то есть еще год назад и сейчас ходила теория, то, что на самом деле виноваты не наркотики, виноваты другие вещи.
А стоит отметить, что в первую очередь мать этой девушки, она работала в Турции. Соответственно, будучи среди... Они были в разводе с мужем. Девушка жила с бабушкой, потом одна в Кишиневе училась в медицинском университете. И то есть кто-то ссылается на то, что вот это... Ну, то есть это повлияло на ее психику, но было доказано и то, что она, то есть, принимала наркотики, и лично, по моему мнению, все это в совокупности сказалось на ней таким образом. Также хочу отметить, что девушка, ее отец с дядей тоже находятся сейчас в тюрьме из-за разбойного нападения и кражи. А помимо этого, ее отец когда-то выдвигался в Башканы Гагаузии. То есть ее отец находился среди таких влиятельных, влиятельных людей Гагаузии, которые крутились, то есть, в высшем обществе, образно говоря, в высшем обществе, я имею в виду чиновники, депутаты. Но он в дальнейшем в тюрьме, отец этой девушки? Он сейчас в тюрьме еще. Окей. И девушка, то есть он не сильно смог повлиять на вердикт судей, насколько я понимаю, из тюрьмы, но в то же самое время они решили, судьи решили, что этой девушке лучше в психиатрическую больницу, чем в тюрьму. Да, кому интересно, могут посмотреть видео, как она себя вела в зале суда. То есть это ненормальное поведение. Когда к ней подходили и спрашивали, что она может сказать свое оправдание или зачем она это сделала, она смеялась и говорила: «Без камер, пожалуйста, без камер». То есть это, то есть с улыбкой, для нее это было какое-то веселье. Видимо, она себя чувствовала звездой, и то, что она контролирует всю ситуацию сейчас. Ну так и я, традиционно, я альяната ментал, я, ну, кратко, если фейерс, преспуним, что с этим în cap ei în clipa asta. Mișo, dar ce se vorbește în Gagauzia despre cazul ăsta? Ce spune lumea? Adică de vină ce ar fi până la urmă? Bine, drogurile e clar că dacă sunt consumate regulat, nu au cum să nu aibă un impact asupra psihicului, dar e cumva un motiv și faptul că copilul ăsta a crescut cu un părinte în închisoare, alt părinte departe, deci ăsta este un copil care efectiv nu a avut pe nimeni mai mare deasupra sa care să o supravegheze, să aibă grijă de ea, să o învețe, nu știu, lucruri bune. Да, как-то в Гагаузии поделилось общество, как и обычно во всех темах, но все-таки большинство из того, что я наблюдал, они не согласны с решением суда. То есть они считают, они не на стороне девушки, они считают, что все-таки она виновата и должна понести за это наказание. Но маленький процент из того, что я видел, из того, что я читал, они все-таки жалеют девушку. Жалеют с призмы не из того, что ее должны отпустить, и она не виновата, а жалеют из-за того, что вот так вот все случилось в ее жизни. То есть какие-то психологические заболевания, никто не знает, что она чувствовала, что у нее было в жизни. То есть мы это не можем сейчас гадать, никто не знает, что было в ее голове, но все-таки... гражданское общество, там обычное население в Гагаузии, они считают, что данное наказание несправедливо. Почему? Потому что, ну то есть, такое поведение, как у нее было, оно, как я читал, оно даже в психиатрических больницах уже не лечится. То есть, если ее туда поместят, то это будет уже, скорее всего, навсегда. Миша, да, слышно, у тебя больно в Гагаузии, в целом суда цери. Да, вот я решил после такой ужасной новости поговорить все-таки о акции, которая завершается сейчас. Вот это 16 дней активизма против насилия над женщинами, против насилия по гендерным признакам. Прекрасная акция, как все многие, надеюсь, многие знают. Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию. И вот, я бы хотел об этом, о этой акции рассказать именно в Кагуле. Потому что хоть Кагул и находится на юге, хоть она и считается южной столицей, но там прошли такие довольно крупные акции, которые можно сравнить с кишиневским масштабом. В первую очередь хочу отметить прекрасный концерт, можете посмотреть онлайн, я смотрел лично, который дал National Youth Orchestra. Да, современные поп-хиты под призмой
классической музыки, изумительно тоже слушать. А потом проходили различные выставки, которые поддерживались Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, именно женщины. Участвовало огромное количество молодежи, что лично меня порадовало как молодого человека, потому что чем больше молодежь об этом говорит, мне кажется, больше изменений происходит в обществе. Также посетил Кагул новый посол Европейского Союза в Молдове. Это, то есть, такое хорошее для Кагула, для имиджа Кагула даже мероприятие, потому что новый посол еще не так открыт как для масс-медиа, так и для посещения каких-то мероприятий. Он только знакомится с нашей страной, с Молдовой. То, что он посетил Кагул, это прям очень хорошо для Кагула. Также что хочется отметить мне. Полицейские в Кагуле, помимо компании Буназио, они еще тоже приняли участие в данной акции «16 дней активизма». Они тоже раздавали листовки, ходили по улицам, общались с людьми, рассказывали об этой акции. Мне кажется, это тоже очень круто, довольно-таки круто. Поподробнее, кому интересно, можете посмотреть на «Зива Диаз». Я оттуда брал материал. Можете посмотреть на странице National Youth Orchestra, их тоже вклад в эту акцию. Мерси тари мулт, Миша, пентру информации. Миша, ла май мулти ани алатур де интернету грăiești. Noi ne vedem cu tine săptămâna viitoare. Da, па-па. Toate bune. Ciao. Săptămâna asta multă lume din